Всем доброго денечка, наши дорогие любители ювелирных украшений! Рада вас приветствовать на канале Зирка Ювелирка. Сегодняшнее наше видео будет посвящено изделиям из золота, а именно сережечкам. Коллекция у нас большая, поэтому мы решили снять две серии. Сегодня выйдет первый выпуск и через несколько дней второй, поэтому наблюдайте, смотрите. Ну что, приступим рассматривать изделия, но прежде чем я расскажу о первом лоте, хочу сделать объявление. Все, кто будет приобретать изделия у нас из золота 585 пробы, все получают подарки. Подарочек в виде нашей кошельковой мышки сувенирной. Я думаю, что все ее знают, любят. Мышонок, его зовут Сырок, который ложится в кошелек для привлечения денежек. Достанется каждому покупателю золотого украшения. Ну что, а мы приступим рассматривать. Прежде всего мы сейчас посмотрим популярную коллекцию протяжек. Вот у нас первая моделька. Я показываю по одной сережечке, потому что вторая серьга закреплена на бирочке. И чтобы ее уже не откреплять, будем смотреть по одной штучке. Серьги-протяжки очень популярные модельки. И в прошлом сезоне были, и в этом сезоне. Эта моделька, помните, еще может быть даже из нашей юности, была в двух вариантах. С камушком и с шариком. Сейчас вариантов очень много. У нас 9 моделей. Поэтому смотрим первую. Вот с такой плоской сферой. Не сферой, с плоским кружочком. Длина этой протяжечки почти 5 сантиметров. Это лот номер 1. Вес этих сережечек всего лишь грамм 40. Это очень хороший вес. И стоимость их 2 240 гривен или 6100 рублей. Я напоминаю, что все наши изделия, они опробированы пробирной палатой Украины. Здесь стоит лазерное клеймо. Оно как раз не портит внешний вид изделия, потому что ударные клейма, они подвержены таким, скажем, механическим воздействием, а лазерное клеймо, оно как бы гармонично смотрится на изделиях. Вот это была первая моделька, смотрим дальше. Следующие две у нас модельки красивые, очень красивые, симпатичные. Первое это сердечко, вот такое плоское, тоже протяжечка. Хочу обратить внимание, что закреплена у нас цепочка, якорная цепочка, ровно посерединке пластиночки, чтобы равновесие не нарушалось, потому что очень часто крепятся не посередине и как бы смотрится это уже не так красиво. Сердечко, лот номер 2, вес 1,32, стоимость 2120 гривен или 5700 рублей. Размерчик такой же, 5 сантиметров длина цепочки. И такой клеверочек на удачу, на счастье. Тоже закреплен он правильно, ровно посередине, чтобы не нарушать центр тяжести. Клеверочек это лот номер 3. Вес его 1,33 грамма. Стоимость клевера 2150 гривен или 5750 рублей. Вот такая коллекция протяжечек. Так, а сейчас на экранчике у нас геометрия. Для тех, кто любит такие формы математические, геометрические, не сильно классические, но с другой стороны они очень сейчас актуальны. Сейчас вот направление геометрии очень-очень модное и трендовое. Первые такие треугольнички, это лот номер 4, вес у них 1,06, стоимость 1700 гривен или 4580 рублей. Напоминаю, что мы сейчас смотрим изделия из золота 585 пробы. Кстати, я забыла попросить дорогих зрителей наших подписываться на канал, ставить нам лайки и писать комментарии. В принципе, мы всегда рады слышать ваши любые комментарии, поэтому, пожалуйста, пишите нам их побольше и под остальными видео тоже. Поэтому ждем, ждем, ждем. Итак, длина этих сережечек тоже 5 сантиметров на якорной цепочке. Квадратики у нас вес 1,34. Стоимость квадрата 2150 гривен или 5800 рублей. Вот такие замечательные летние прекрасные модельки.
очень-очень актуальные в этом сезоне. Конечно же, мы не могли обойти своим вниманием тему звездочек. Вот такие модельки со звездами мы сделали. Мы все-таки зирка-ювелирка, поэтому звезды — это как раз наша тема. Первая звездочка вот такая небольшая с лазерной ограночкой. И цепочка здесь панцирная, маленькая тоненькая панцирная цепочка. Это лот номер 6. Вес у этих протяжечек 0,95. Они очень легенькие. И стоимость их 1520 гривен или 4100 рублей. Девочки, протяжки подходят абсолютно всем. Особенно у кого проблемные мочки ушка, где открытые дырочки. Вот дырочки, в принципе, все протяжки прикрывают на несколько миллиметров. Поэтому протяжки — это очень комфортная серьга. И лот номер 7, звездочка чуть покрупнее, вот она такая глянцевая, вес у нее 1,37, стоимость этой звездочки, сейчас я вам скажу, 2200 гривен или 5950 рублей. Длина цепочки тут такая же, где-то 5 сантиметров. Хочу попросить вас писать комментарии или писать личные сообщения и указывать вопрос, который вас интересует. Потому что на вопросы мы отвечаем и можем снять дополнительные фото или видео заинтересовавших вас моделек. Тема протяжек, она у нас очень обширная. Но вот сегодня посмотрим еще две модельки двойных протяжечек. Двойные палочки. Очень интересная вот такая моделька. Это лот номер 8. Двойные протяжки, конечно, они немножко потяжелее, но они очень яркие. То есть смотрится очень ярко. Лот номер 8. Вес 1,96. Стоимость 3200 гривен или 8500 рублей. И вторая протяжечка тоже двойная, но посмотрите, с какими классными шариками. Как алмазная насечечка, как она играет, как будто бы маленькие бриллиантики. Очень красивая моделька, новенькая, то есть вообще только-только мы ее получили. Это лот номер 9. Вес здесь, ну, конечно, за счет того, что много шариков, достаточно большой. 3,51 это вес в граммах. И стоимость этой модельки 5620 гривен или 15170 рублей. Девочки, если вас что-то заинтересовало и вы как бы понимаете, что может быть где-то бы приобрели, но немножко подешевле, будем делать скидочки, заказывайте, задавайте вопросы, на что сможем, сделаем вам какую-то приятную цену. Так, вторая часть сегодняшнего видео посвящена сережечкам из золота 585 пробы на английском замочке. И вот первая моделька, очень красивая. Тут белое и красное золото, тоже с такой интересной геометрической алмазной насечкой. Замочек здесь английский, иголочка занижена, и где-то прикрывать мочку уха будет миллиметра на 3. Вот прекрасные здесь замки, хорошо работают, хорошо отщелкивают. Еще напоминаю, все изделия апробированы, то есть не переживайте. Пробирная палата, то что это золото, это 100%. Эти серьги лот номер 10, вес 1,75. Стоимость этих сережечек в гривнах 2800 гривен, в рублях 7560 рублей. Вот такая красота. Следующая моделечка вот такого плана. Хочу, кстати, сказать, что в основном все изделия из золота у нас без каменка. То есть мы, в принципе, стараемся как минимум делать каких-то вставочек, чтобы обыграть металл. И, во-первых, это и выгодно, что нет веса камней. Во-вторых, это очень стильно и красиво смотрится. Вот такой необычной формы серьги, тоже с алмазной насечечкой, в одном цвете. Иголочка занижена миллиметра на 4. Прекрасно прикроет мочку уха. И посмотрим их вес. Вес 2,05. Стоимость этих сережечек 3280 гривен или 8900 рублей. По размеру они такие не маленькие, приблизительно 20 миллиметров, даже чуть больше, где-то 21.
Следующая моделька очень нарядная, в двух цветах металла. Здесь белое и красное золото с такой очень интересной алмазной насечечкой. Вот посмотрите, как ярко она играет. То есть очень-очень красиво смотрится. Но эта моделька прекрасно ляжет на любое ушко. Швенза здесь полноценная. Иголочка также занижена миллиметра на 3. И английский замочек плотный, все хорошо закрывается. Если кто-то сомневается, даже не сомневайтесь, замочки хорошо отщелкивают, просто отскакивают. То есть такие сережечки вы точно не потеряете. Это лот номер 12, вес 1,97. Стоимость этих сережечек 3160 гривен или 8510 рублей. Вот такая красота. Следующая моделька стильнючая. Посмотрите, какая интересная, интересный очень дизайн, интересная алмазная насечка. Поперечная, ровненькая, но какой она создает необычный вид, да, такой стильный, лаконичный с одной стороны, но с другой стороны очень модный. Также английский замочек, полноценная швензочка, немножко заниженная иголка, где-то миллиметрочка на 2. И стоимость, вес этих сережечек 1,63, лот номер 13, стоимость 2600 гривен или 7100 рублей. Прекрасная моделька. Следующая моделька тоже на английском замочке. Вот такие замечательные дудики, очень объемные, красивые серьги. Они у нас также есть в серебре, только чуть покрупнее. И размер этих сережечек приблизительно 25 миллиметров, то есть они не маленькие. Также на английском замочке иголочка занижена где-то миллиметра на 4. Хорошо будет прикрывать мочку, замечательно просто. В одном цвете они, бывает также и в двух, но в данном случае у нас только в одном есть. Это лот номер 14, вес 2,99. Стоимость этих сережечек 4800 гривен или 12 920 рублей. Но зато посмотрите, как они выглядят шикарно. Очень объемно и ярко. Так, серьги-шарики. Ну, это просто девичья мечта. Если помните, все, наверное, мечтали иметь такие сережечки в юности. Ну, лично я очень мечтала. У меня мечта сбылась. Да, есть такие же сережечки, только с матовыми шариками. Очень интересная моделька. Вроде бы и весюлька, но с другой стороны оригинальная. Это лот номер 15. Вес у этих сережечек 3,54. Стоимость 5670 гривен или 15 300 рублей. Вот такие оригинальные. Они также на английском замочке. Швензочка небольшая и не заниженная иголочка. И завершает сегодняшнюю первую серию вот такая дутая моделька. Она очень интересная. С одной стороны, это полностью глянцевая поверхность зеркальная. И торец здесь обработан алмазной ограночкой. Вот посмотрите, как интересно выглядит. Вроде бы просто, да, ничего особенного. Все банально, но благодаря этой алмазной ограночке эта моделька смотрится очень-очень стильно. Замочек здесь, ну вот вы видите, да, полуанглийский такой. Вес у этих сережечек 2,05. Это лот номер 16. Стоимость их 3280 гривен или 8900 рублей. Прекрасные золотые серьги 585 пробы. Девочки, напоминаю, что каждая покупательница золотого изделия получает у нас подарочек. Подарочек — нашу кошельковую мышку. Поэтому выбирайте понравившиеся вам серьги. Ждите вторую серию видео. Во второй серии мы покажем серьги удлиненные на английском замочке, серьги-висюльки и серьги-кольца, ну или еще их называют конго, кругленькие такие, разных диаметров, тоже с разными дизайнами. Поэтому ждите вторую часть видео, скоро она выйдет. Всем спасибо за внимание. Ваши заявочки мы принимаем в Viber или в WhatsApp. В первом комментарии я закреплю контакты. Будем рады вашим вопросам, комментариям и лайкам, подпискам. Всего вам доброго!